Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 24, упражнение номер 8. Мы должны определить, верным ли является решение данного числового выражения 6899 плюс 9 умножено на 900 и делено на 8100. Сначала мы должны будем 9 умножить на 900. 9 умножаем на 9 сотен, получается 81 сотня или 8100. Теперь 8100 мы разделим на 8100. Это получится 1. И теперь 6899 прибавим 1. Получится 6900. Что в данном выражении и записано. Значит, данное числовое выражение решено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.